Луганцгаз призывает своих абонентов не производить наличных расчетов с мошенниками, которые представляются сотрудниками предприятия. Об этом сообщает Луганскинформцентр, ссылка на пресс-службу газоснабжающей организации. В последнее время участились случаи, когда неизвестные выдают себя за сотрудников государственного предприятия Луганцгаз. Под этим предлогом проникают в дома и квартиры жителей ЛНР и обманным путем завладевают их деньгами, отметили на предприятии. Обычно это происходит так. Мошенники представляются контролерами или слесарями, предлагают людям за определенную сумму демонтировать установленную ранее по причине наличия задолженности за использованный природный газ пломбу с газового прибора. При этом предъявляют фиктивный акт об опломбировке и заявляют, что если гражданин оплатит им наличными определенную сумму, указанный акт они уничтожат и снимут пломбу, а абонент продолжит пользоваться газом уже на законных основаниях. В Луганцгазе подчеркнули, что работники газового хозяйства не имеют права проводить какие-либо финансовые расчеты с абонентами на местах. Оплата за потребленный газ и другие услуги производится исключительно в кассе абонентского отдела Горгаза, в отделение Государственного банка ЛНР или в отделение ГУП Почта Луганской Народной Республики. Во избежание случаев мошенничества государственное предприятие Луганцгаз обращается к абонентам с просьбой соблюдать бдительность, обязательно требовать от работников газовой службы предъявления служебного удостоверения. В случае возникновения сомнений относительно полномочий сотрудников ГП Луганцгаз по всем фактам требования оплаты наличными на местах обращаться в местное управление газоснабжающего предприятия, в диспетчерскую службу по телефону 104, либо в органы внутренних дел. За 6 месяцев текущего года МВД ЛНР зарегистрировало около 180 заявлений от жителей республики о совершенных в отношении них мошеннических действиях.